Добрый вечер, уважаемые друзья и коллеги. Как меня слышно и видно? Если все в порядке, поставьте, пожалуйста, плюсики у нас в чате. Сегодня мы с вами начали без дискотеки перед началом вебинара. Вот. Если слышно, видно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот так, Наталья, спасибо вам большое. Владимиру двойное спасибо. Вот. То есть я так предполагаю, что меня видно и слышно, да? Хорошо. Сегодня у нас с вами речь пойдет о партнерской программе компании Skyway Capital. Вот. Если вы сейчас еще напишите города, в которых находитесь, я вижу, что есть город Ирбит, Тюмень, да, Дворцова Татьяна, это Киров, можете не писать, я вас знаю. Вот. Приветствую вас всех, Краснодар. Вот видите, теплые края, я так понимаю, там уже за 20 градусов, да, в краснодарских просторах, как сейчас называют, южная столица Российской Федерации. Либо пригород, точнее, южной столицы, потому что южная столица называют Сочи. Она находится в Краснодарском крае. Плюс 18. Хорошо, коллеги. Итак, сегодня речь пойдет об инструменте, который позволяет зарабатывать деньги. Да, благодаря партнерской программе, которая есть в компании Skyway Capital. Есть ли в комнате те, кто уже эти деньги сейчас зарабатывает? Если такие есть, поставьте цифру, давайте 3. Да, мы никогда как бы эту цифру почему-то не называем. Вот. Не стесняйтесь ставить циферку 3, потому что, в принципе, на сегодняшний день получать доход – это незазорная, я считаю, вещь. Ага, Наталья поставила минус. Ну, это хорошо. Вот. Соответственно, я предполагаю, так как троечки у нас в чате не появилось, все те, кто присутствует, нас не так много сегодня, да? Никто не зарабатывает деньги сегодня в компании Skyway Capital. Вот, тогда такой вопрос я задам. Вы пришли поинтересоваться о том, как это можно сделать? Вот. Или потратить, скажем так, полчаса собственного времени просто на то, чтобы увидеть, скажем так, говорящую голову на экране, да, и послушать немножко новостей. Вот есть те, кто хочет зарабатывать, поставьте 5, которые хотят зарабатывать деньги, и понять, как это происходит. Как говорил мой наставник в MLM-бизнесе, ничего в этой жизни бесцельно делать не нужно. Да? Потому что мы даже, скажем так, лишний раз в туалет не сходим, если нам этого не нужно. Согласны со мной? Так, 3 человека хотят, 4, молодцы. Значит, уже, скажем так, есть смысл рассказывать о том, что мы имеем на сегодняшний день, правильно? Итак, коллеги, партнерская программа – это инструмент. Инструмент, который в руках человека, который хочет научиться делать простые шаги и делать эти простые шаги, будет приносить деньги. Да, инструмент, который на сегодняшний день позволяет вам либо иметь дополнительный источник дохода, либо, скажем так, у кого его нет вообще, потому что бывает такая ситуация, что кого-то уволили, да, кого-то сократили. Это может быть инструментом первым, который будет позволять им зарабатывать деньги. Да? Причем вам при этом не нужно будет получать специального образования, тратить на это годы, да, скажем так, читать толстые-толстые книжки, чтобы получить знания, как зарабатывать здесь деньги. А просто нужно будет делать простые шаги, работать с информацией, о технологии, которую разработал Анатолий Горачевич Чаницкий, и о предложении компании Skyway Capital, которое фактически сегодня можно сделать абсолютно любому человеку, неважно, в какой стране он проживает. Прежде чем рассказать те проценты, которые мы выплачиваем каждому нашему партнеру, кто активно строит партнерские структуры, я хочу сделать акцент на следующем. Да? То есть мы сегодня с вами имеем дело с уникальным проектом. Я думаю, те, кто находится сегодня в комнате, хоть кто-то есть, да, кто знает, что такое мир MLM, кто знает, что такое сетевой бизнес, да, то есть не понаслышке, в мире существует более 5000 компаний, которые работают в этом направлении с разными товарами и услугами. Вот. Но чем уникален проект компании Skyway Capital? Тем, что мы имеем дело с технологией, с товаром, который еще не на рынке. Соответственно, вы имеете возможность стать совладельцами компании и в дальнейшем получать, скажем так, процент от реализации этого товара в разных уголках земного шара. Почти все MLM-компании, которые работают сегодня на международных рынках, да, они приходят уже с готовыми услугами, с готовым товаром и предлагают вам развивать сеть клиентов этих компаний. Неважно, чем они, кстати, занимаются, да, то есть товарами, скажем так, по уходу за кожей, то есть волшебными кремами, которые оздоравливают кожу, она становится как у младенца на протяжении ближайших 40-50 лет, да, либо сапожные крема они продают, которые заставляют блестеть кожу на вашей обуви, неважно. То есть вам предлагают создать крупную сетевую структуру, получать проценты по маркетинг-плану тех компаний, которые у них есть, и только тогда, когда вы создадите многомиллионные товарообороты со своими сетями, вам могут предложить стать совладельцем компании. И далеко не все, кстати, крупные мировые компании предлагают стать совладельцами либо акционерами какой-либо крупной MLM-компании. У нас все, скажем так, поставлено с головы на ноги. То есть вы становитесь совладельцами технологии, товаром, который будет в дальнейшем являться как раз технологией, разработанной Анатолием Эдуардовичем Юницким.
И дальше данная технология будет расходиться по мировому рынку, а вы будете получать от реализации данной технологии процент с каждого адресного проекта, где она будет использоваться. А на момент создания, скажем так, сети партнеров, да, которые могут стать инвесторами в нашем проекте, стать совладельцами технологии, мы предлагаем еще и маркетинг-план, по которому вы можете зарабатывать деньги сегодня, не дожидаясь выхода группы компании SkyWay на мировой рынок инвестиций и на рынок транспорта с технологией, разработанной МИСКИ. Вот в чем отличие. И просто к этой ситуации вы можете отнестись следующим образом. Да? Представьте себя в начале, в середине 70-х годов, вот, и вы такой, скажем так, ну, самодостаточный, полный эмоций, денег и так далее. Сидите дома, к вам приходит Билл Гейтс, либо Стив Джобс, либо владелец Amazon.com, либо владелец Dell Computers, либо еще какой-то компании, которая тогда начала развиваться активно. Да? И говорит, дай мне немножко денег, и ты станешь очень богатым. Потому что то, что я сейчас буду выпускать, разрабатывать, да, и на мировом рынке продавать, в дальнейшем принесет тебе миллионы долларов. Вот. Вот в такой ситуации сегодня находитесь вы. Да, в такой ситуации сегодня находится огромное количество людей, которым вы можете дать информацию. Они станут совладельцами технологии сегодня так же, как и вы, если вы уже таким не являетесь. Да? И в дальнейшем будут совладельцами крупнейшей мировой транспортной компании. Емкость рынка транспортная огромна. Это миллиарды и триллионы долларов. Да? И от 30 до 50% мирового транспортного рынка, как заявляет Анатолий Дорошенко, будет у технологии SkyWay. Вот какие перспективы так на пальцах я вам нарисовал. Вот. И как я вам объясняю, да, то есть вы сегодня становитесь совладельцами технологий, вы сегодня имеете возможность инвестировать, скажем так, в корневую компанию. Как долго это будет продолжаться, я вам сказать не могу. Цель привлечения инвестиций на сегодняшний день, вы знаете, да, это строительство экотехнопарка на территории Республики Беларусь с целью демонстрации возможности транспорта SkyWay, сертификация этого транспорта и дальше уже работа на мировом рынке по строительству дорог по технологии струнного транспорта. Так вот, сегодня еще у нас есть возможность зарабатывать проценты от привлеченных инвестиций. Кстати, опять же, что к этому можно относиться по-разному. Есть люди, которые говорят, вот я не люблю MLM-бизнес, потому что там типа, навязываются, кому-то ходят, доказывают, там, обещают, что, скажем так, если съешь какую-то капсулу, то у тебя вырастут крылья там, и так далее, и так далее, и так далее. Дело не в этом. Важно, что вы видите в данной технологии. Если вы считаете, что технология, разработанная Леницким, это перспективная, да, разработка, если вы верите в то, что она будет реализована, вот, если вы сами стали участником нашего проекта и купили часть каких-то пакетов акций, да, и владеете уже на сегодня, кто-то 10 тысячами акций, кто-то там 100 тысячами, кто-то миллионом и так далее, почему данную возможность не предложить людям, которые вас окружают? Вы не желаете им добра? Вот. Вы хотите, чтобы вы стали, скажем так, в своем роде одним единственным богатым человеком, а все остальные будут пребывать там, где они есть сегодня? Если вы нормальный человек, если у вас, скажем так, открытая душа, вы верите в то, что я сказал, и вы готовы помогать своим близким, друзьям, знакомым и так далее, вы об этой технологии расскажете. Все ли последуют за вами, я могу сказать сразу нет. Потому что в большинстве своем у нас люди являются скептиками, консерваторами. Кто-то может пойти за вами сразу, кто-то, скажем так, долго будет над вами даже хохотать, но потом похватится, как это всегда бывает в последнее время, да, в последний самый момент он вдруг решит стать инвесторам в наш проект, когда убедится, что оказывается таких по территории экотехнопарка у нас уже ездят юнибусы, да, ведут сертификационные работы, он скажет, слушай, а действительно же это есть? Да, а сейчас для него, скажем, то, что проделано на территории экотехнопарка, не является фактом. Вот. А кто-то это не сделает никогда. Даже когда он будет сидеть внутри юнибуса, да, там лет через 10-15, вот, и заплатит за билет проезд в этом транспорте, он все равно будет считать, что вы были 10 лет назад неправы. Почему? Потому что прав он может быть только он. Понимаете, да? Ну, я вам могу сказать следующее. Не расстраивайтесь, если вокруг вас есть какое-то количество таких людей. Мир не без добрых людей, а без таких, тем более, мира не бывает. Вот. Если бы не было скептиков, да, то многое в нашу жизнь пришло намного раньше. Вы знаете, да? Ясновидцев, очевидцев во все века сжигали люди на кострах. Это еще Высоцкий пел в своих песнях. Ну и так происходило всегда. Буквально недавно, неделю назад, смотрел передачу, в которой рассказывают про Джордана Бруно. Да? Человек делал открытие в астрономии и так далее. Что сделали с ним? Ученые мужи того времени сожгли нафиг. Вот. К сожалению, все идеи, которые входят в нашу с вами жизнь, они проходят кучу препонов, препятствий. Но я рад вам сообщить на сегодня, да, вот те, кто приедут в Белоруссию 23-24 числа, они лично убедятся, что уже сделано на сегодняшний день благодаря деньгам физических лиц, таких же, как вы, которые стали инвесторами нашего проекта в январе 2014 и по сегодняшний день. У нас уже, скажем так, несколько десятков тысяч человек
вот, которые проинвестировали в данную технологию, есть большое количество тех, кто зарабатывает деньги. Давайте перейдем к маркетинг-плану. Он простой. Да, то есть у нас маркетинг-план нынче такой, что привязка просто процентов к определенным уровням выплат с товарооборота, который на этих уровнях делается. 6 квалификаций, раньше было 5 буквально месяц назад, но одно хочу добавить еще, что партнерская программа, в принципе, это справедливое распределение денег между теми людьми, которые что-то делают. Да, вот если вы будете, купите какой-либо из пакетов акций, будете надувать щеки, будете тусоваться там на каких-то мероприятиях и никого не будете приглашать, для того, чтобы люди могли получить информацию, потом принять решение, ну, вы просто будете хорошим человеком. Спасибо вам за то, что вы купили какие-то пакеты акций. Но если вы хотите заработать, надо будет предпринимать определенные шаги. То есть, если вы не умеете это делать, значит, эти навыки нужно будет себе развить. Да? Одно хочу сказать сразу. Врать никому не надо будет ничего. Вот. Бегать на улице, приставать к людям, дергать их за руки, да, вешаться у них на ногах, кричать, купи у меня акции Skyway, тоже не надо будет делать, если это вас напрягает. Да? Вот. Доказывать своим родным и близким на кухне, что вы не верблюд, вот, да, и кричать, что смотри, какая технология, блин, какой там маленький коэффициент аэродинамического сопротивления, тоже делать не надо. Задача просто дать информацию, задать вопрос. Ты хотел бы, да, в своей жизни изменить вот это и вот это, если вы знаете, что он хотел изменить. Я знаю как. Как? Надо послушать информацию вот об этом. Готов? Готов. Послушал информацию, к спонсору человека передали, он задал несколько вопросов, получил свои ответы, принял решение. Он задал несколько вопросов, получил ответы, не принял решение. Ничего страшного. Ничего не изменилось, небо на землю не упало. Но кто-то, если вы будете таким путем двигаться, примет решение, купит акции, и вы заработаете проценты, которые положены. То есть сегодня, в принципе, это справедливое, скажем так, распределение денежных средств, как я сказал. То есть вы можете создать источник дохода, причем источник дохода, который строится на нормальных человеческих отношениях между людьми, которые стали инвесторами в нашем проекте, и помогают нам продвигать технологию, помогают себе зарабатывать деньги, помогают другим эти деньги тоже зарабатывать. Это тоже очень важно. Итак, коллеги, 6 квалификаций. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Вот. Любой человек, который зарегистрировался у нас на сайте, это клиент. Клиент, который может просто купить акции, скажем так, и ждать выхода нашей компании на мировой рынок. Да? Это нормальная ситуация. Он может купить потом еще себе пакет, еще пакет купить. У него может быть 10-20. Он может быть очень крупным владельцем акций нашей компании, при этом не будучи нашим партнером. Именно в квалификации партнера. Он просто клиент, купивший акции. Нормальный человек, который стал инвестором в нашем проекте и в будущем тоже будет получать доход. Но если вы хотите зарабатывать по партнерской программе, вам придется перейти в раздел реферальных ссылок. Там вы увидите баннер. Для того, чтобы информация этого раздела была вам доступна, необходимо заключить соглашение. Вы соглашаетесь, читаете текст этого соглашения, внизу нажимаете кнопку «Да, подтвердить, вы согласны». Как только вы это делаете, вы становитесь партнером. И даже если вы не купили еще на тот момент ни одного пакета акций, вам компания предлагает, скажем так, зарабатывать следующий процент. С 4 уровней глубины. Первый уровень 15%, второй 4%, третий 2% и четвертый уровень 1%. Вот в такой ситуации сегодня существует в нашем проекте огромное количество людей, которые как бы не пытаются стать какими-то крупными лидерами сетевыми, да, не хотят управлять какими-то структурами, но не прочь заработать небольших денег, да, либо вернуть там те деньги, которые он вложил, купив себе какие-либо пакеты акций нашей компании. Это квалификация партнера. Условий никаких вам не ставится дополнительных, вы просто подписали соглашение. Сразу хочу сказать, что бонусное вознаграждение, положенное вам, начисляется одновременно на акционный счет и на бонусный счет. С акционного счета вы можете эти деньги потратить только на приобретение пакетов акций, которые не входят никакие, скажем так, наши промо-акции и так далее. Светло-серо-зеленый фон, обычный прайс-лист от $15 до $150 000, вы можете выбрать себе пакет и с обычным дисконтом приобрести на деньги с акционного счета. Бонусный счет. Вы можете деньги выводить, вы можете деньги передавать в личный кабинет других партнеров, вы можете эти деньги тратить на покупку акций. Это уже ваше право. Вторая квалификация называется консультант. Да, и здесь уже компания выдвигает три, ну, простых условия. Для того, чтобы стать консультантом, самому нужно купить акции на сумму от $100 и более. В первом поколении должно быть не меньше 2 человек, которые сделали то же самое. И суммарный товарооборот вашей покупки первого поколения должен достичь минимально $300 США. В принципе, это вот вы купили на 100 и 2 человека купили на 100, сразу образовалось 300, правильно? Вы стали консультантом, у вас добавляется один уровень глубины и увеличиваются выплаты процентов с разных уровней. То есть с первого так и остается 15, со второго уже 5, с третьего 3, с четвертого 2% и с пятого 1%. Это то, что получает у нас консультант. Далее, лидер. Человек, который уже, скажем так, что-то умеет в нашем бизнесе, да, человек, который уже, скажем, привел за собой в наш бизнес какое-то количество партнеров, помогает им развиваться. И чтобы стать лидером, необходимо сделать, опять же, три простые вещи. Самому купить на $200 США,
пакетов акций, опять же, сразу, либо в складчину, да, вы можете купить несколько мелких пакетов, которые просуммируются, это будет 200. В первом поколении у вас должно быть не меньше трех партнеров, которые тоже купили на 200. И суммарный товарооборот вашей покупки первого поколения должен быть не менее 2000 долларов. Когда это условие выполняется, вы становитесь лидером, у вас появляется шестой уровень глубины, с которого вы выбираете 1%, со второго уровня вы начинаете получать уже 7%, с третьего 5%, с четвертого 3% и с пятого 2%. Это то, что получает лидер. Деньги также, как я уже говорил, распределяются на бонусный, на акционный счет. Следующая квалификация. Мастер. То есть мастер – человек, который уже умеет очень многое. Да? Я думаю, слово мастер, оно к чему-то обязывает. Как правило, это уже, скажем так, довольно приличные по размеру структуры. Как правило, это структуры, которые находятся не в одном городе. Вот. И чтобы стать мастером, необходимо, опять же, выполнить три условия. Первое из них – личные инвестиции не меньше 1000 долларов. В первом поколении не меньше трех человек, которые стали лидерами предыдущей квалификации. И суммарный товарооборот первого поколения и ваш должен составлять не менее 5000 долларов США. Как только это происходит, вы получаете квалификацию мастер. У вас первое поколение по-прежнему будет 5-15%, второе 7%, третье 5%, четвертое 4%, пятое поколение 3%. Шестой уровень вам также будет 1%, но с 7 по 9 уровень вы будете получать по 0,5% с товарооборота, который создается на этих уровнях. Это то вознаграждение, которое получает у нас мастер. Кстати, если я быстро говорю, ничего сложного не сказал до данного момента, коллеги. Все ли понятно? Эксперт. Пятая квалификация на нашей карьерной лестнице, да, то есть по нашей карьере. Чтобы стать экспертом, опять же, три условия необходимо выполнить. Первое из них. Ваша сумма личных инвестиций должна быть не меньше 5000 долларов в наш проект. То есть вы могли купить крупный пакет сразу один, вы могли купить несколько крупных пакетов, да, вы, возможно, взяли там рассрочку, оплачивали ее, и суммарно вышло, что вы заплатили 5000 долларов. Вот. В вашем первом поколении должно быть не меньше двух мастеров, и третий мастер должен быть обязательно в другой ветке, но он может быть во втором, третьем, пятом, десятом поколении, неважно. То есть два жестко в первом поколении и один в боковой ветке в любой глубине, но три мастера в вашей структуре должно быть. Суммарный товарооборот всей структуры, имеется в виду первого поколения ваш, должен составлять не менее 10 тысяч долларов США. Как только это случится, вы станете экспертом. Вот. Эксперт у нас уже получает с первого поколения 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, шестой по-прежнему 1%, с седьмого по 9% по 0,5%, и с 10 по 20 уровень, это 11 поколений, да, вы будете получать, по-моему, 2%. Это то вознаграждение, которое получает человек квалификации эксперт, квалификация, которая еще пару недель назад была максимальной в нашем маркетинг-плане. Но буквально недавно у нас появилась еще одна квалификация, топ-эксперт. Здесь также три условия. Сумма ваших личных инвестиций должна быть не менее 10 тысяч долларов в нашу технологию. Суммарный товарооборот первого поколения ваш должен быть равен либо более 30 тысяч долларов. И первому поколению, опять же, здесь уже обязательное условие, у вас должно быть не меньше трех экспертов. То есть три эксперта, которых вы воспитали, помогли им развиться, помогли развивать большие структуры, да, и стали топ-экспертом. У вас первое поколение дает 17%, со второго по 9, там, по 20 уровень все то же самое, как и у эксперта, да, 7, 5, 4, 3, 1, по 0,5, по 0,2%. И у вас добавляется еще 4 уровня глубины вашей структуры по 0,1%. Это то, что у нас получает топ-эксперт. Вот, в принципе, на пальцах это тот маркетинг-план, который есть сегодня. То есть нет никаких обгонов, да, нет, скажем так, потерь каких-то там квалификаций и так далее. Если вы растете, выполняете условия, необходимые для роста вашей квалификации, то вы просто получаете тот процент, который привязан жестко к уровням с товарооборота, создаваемого вашей структурой. Вот. Данная табличка отражает, да, те проценты, которые вы получаете при движении по карьерной лестнице компании Skyway Capital. То есть на светло-голубом фоне первая квалификация партнер, где в принципе нет никаких обязательных условий, да. Вторая уже консультант, то есть 100 личного и 300 в первом поколении товарооборот. Лидер 200 личного и 2000 в первом поколении. Мастер 1000 уже вы должны проинвестировать денег собственных, да, и не менее 5000 суммарный товарооборот первого поколения вашей инвестиции. Эксперт 5000 личных и 10 тысяч суммарно. И 10 тысяч топ-эксперт и 30 тысяч суммарно это эксперт. Проценты здесь прописаны, да, начиная от 4 уровней, от 4 поколений выплат от партнера и заканчивая 24, если вы станете топ-экспертом. Итак, коллеги, в принципе, это могло бы быть все, но
опять же, при введении этого нового маркетинга, да, дополнительных квалификаций, компания внесла еще дополнение к маркетингу, дополнительный бонус, который действует у нас теперь всегда в течение календарного месяца. То есть, если вы активно строите партнерскую структуру, развиваете первое поколение, то данный бонус как раз ориентирован на таких людей. И суть этого бонуса следующая. То есть, если вы, например, 1 апреля, да, было, если у вас 1 апреля купили 4 пакета, неважно каких, в первом поколении люди, неважно, кстати, новые они либо пришли только сейчас, да, вот, то за каждый из этих пакетов вы получаете 15%. Вот. Но если покупается пятый пакет, за пятый пакет вам компания начисляет сразу 16%, и за предыдущие 4 добавляет еще один. То есть получается, что вы за 5 купленных пакетов в вашем первом поколении получили не по 15%, а по 16%. Далее продолжается строить ваша структура. 6, 7, 8, 9 пакет по 16% вам начисляется. 10 пакет вдруг раз и купился в вашем первом поколении. За него сразу 17, за предыдущие 9, 1% начисляется дополнительно отдельный транзакции. Получается, что вроде бы как все 10 пакетов вы купили, и за каждый из них вам заплатили по 17%. Далее вы строите структуру, 11 покупка, там 13, 15, 17, 19. Как только покупается 20 пакет, за него сразу платится 18%, за предыдущие 19 доплачивается 1% сверху, за весь созданный товарооборот. Получается, что вы получили за все 20 купленных пакетов по 18% от стоимости каждого пакета. Соответственно, каждый последующий купленный пакет, 21, 22, 23, 25, 40, вам будет выплачиваться 18%. 18% это для людей в квалификации до мастера включительно. Соответственно, вот то, что я сейчас вам рассказал, если вы эксперт, то у вас все начинается, данный пример, 16% и заканчивается 19%. Если вы топ-эксперт, то начинается с 17%, заканчивается 20%. Условия для того, чтобы получать данный бонус, все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Сейчас у нас апрель, с 1 апреля по 30 апреля. Вот. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Важно, что он у вас в первом поколении. Да? То есть он купил 1 числа, 20 числа, там 25 числа. Соответственно, 3 пакета он купил. И они у вас засчитываются. Для получения бонуса учитываются покупки тех пакетов, которые люди покупают в рознице. Если у вас в первом поколении есть там больше десятка людей, которые каждый месяц оплачивают рассрочку, то я вас поздравляю, минимум вы будете получать 17%. Вот. Если и больше 20 человек, соответственно, вы за все первое поколение будете каждый месяц получать 18%. Как минимум, да? Если вы там дошли до квалификации мастер включительно. Пакеты могут покупаться как теми людьми, которые зарегистрировались у вас сейчас, так и те, которых вы зарегистрировали еще год назад. То есть получается и новые люди, и те, которые у вас уже являются вашими партнерами в первом поколении, если они покупают эти пакеты, соответственно, все идет в зачет от этой акции. И вознаграждение у вас начисляется, как я говорил, как и предыдущие, 100% на бонус на акционный счет. Вот таким образом, это дополнительный бонус, который еще, скажем так, стимулирует деятельность, да? Ну, в первую очередь, тех людей, кто считает себя активным, кто хочет зарабатывать сейчас, вот, кто не стесняется зарабатывать деньги, да? Вот. Ну, при этом еще и не кичиться тем, что, вот смотрите, я вот зарабатываю деньги с компанией SkyWay. Нужно быть скромным, да? Скромным, скажем так, в меру, но не чрезмерно скромным, потому что скромность тоже не накормит. То есть нужно найти баланс, да? Между скромностью, которая ведет к нищете, и, скажем так, уйти от гордыни, наверное, по-другому можно сказать. На данном слайде вы видите сейчас пример, который демонстрирует ситуацию, когда в вашем первом поколении люди покупают пакет стоимостью $50. Да? Причем этот пример, он корректен для квалификации мастер включительно, потому что для эксперта и топ-эксперта тут процент немножко больше. Так вот, если у вас по $50 все будут покупать в течение месяца пакеты в вашем первом поколении, то вы суммарно заработаете $198 от 22 купленных пакетов в вашем первом поколении. То есть у вас будет товарооборот создан на $1100, 198 вы получите как человек, который помог нам привлечь такие инвестиции. Вот таким вот образом. То есть сначала вы получите за 4 пакета, плюс за 5 немножко больше, 1% дополнительного бонуса, да? Потом за еще 4 пакета, потом за 10 отдельную сумму еще 1%. Все на данном примере расписано. Я думаю, что целый ряд из вас уже был не один раз на подобном мероприятии. Данный пример разбирали. В принципе, вот та картинка, которая сейчас отражена на экране, она будет на записи вебинара сохранена. Да? Поэтому вы сможете этот пример подробно разобрать. Сложного здесь ничего нет. Вы можете сами себе нарисовать примеры, да, и написать, например, сколько вы заработаете, если вам, у вас в первом поколении люди купят не по $50 пакет, а по 100, например. Вот. Цифра, в принципе, удвоится. Да? Вы понимаете, ситуация такая,
чисто математическое, мы взяли за основу $50 и все. Но кто-то у вас может покупать $25, а кто-то у вас купит $200 хотеть. Соответственно, вот все это складывается, товарооборот берет по проценту, в итоге высчитывает, сколько вы можете заработать. Это несложно. Преимущества и выгоды нашего маркетинга следующие. То есть маркетинг накопительный с самого начала вашего сотрудничества с нами. То есть все, что вы будете делать, оно будет всегда накапливаться, никогда не будет обнуляться. Вам не нужно каждый месяц начинать с нуля, отлашматить какой-то новый товарооборот, да, обязательно подписывать какое-то количество новых людей и так далее, и так далее. Все этого делать не обязательно. Далее. Вы поняли наверняка то, что у нас квалификационным считается первое поколение. Все, что делается в первом поколении, это очень важно. Поэтому приглашайте людей, активных людей, которые, да, хотят чего-то изменить, которые, скажем так, готовы что-то предпринимать. Вот. Тех людей, которые, скажем так, ходят привязанными ниточками друг к другу, да, просто-напросто, скажем так, плывут по реке жизни, и вы пытаетесь их каким-то образом постимулировать, ну, не факт, что они у вас вообще что-то будут делать. Да. Они могут тратить ваше время, они могут очень долго рассказывать, почему у них такая хреновая жизнь, кстати, да. Они с удовольствием, как в помойку, выльют на вас все отрицательные эмоции, которые у них есть. А когда вы скажете, слушай, а я знаю, как изменить, ты станешь там веселее, бодрее, там у тебя денег будет больше. Хочешь? Он говорит, не, не хочу. Вот. Я уже пробовал. Вот. Я когда был пионером, пробовал сделать скворечник, я себе сильно разбил палец молотком. Вот. Поэтому вот таких людей в структуру можно не приглашать. Понимаете, да? Вот. Либо, говорит, когда мы учились стрелять с ребятами из лука, мне попали в спину, блин, у меня до сих пор шрам этот болит и так далее, так далее. Вывод денежных средств. Минимальная сумма для вывода $30 на бонусном счете. То есть, когда у вас на бонусном счете накопится $30, вы можете эти деньги выводить. Да? Условия роста квалификации, вы видели, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций партнеров первого поколения. Даже проинвестированная вами сумма $15 США может вам обеспечить доход ежемесячный на $30, $50 в месяц, и 500, и 1000, и более. Важно, чтобы вы готовы были действовать, как я говорю. Да? То есть, как бы так. Смотрели фильм «Матрица»? Помните, там Морфеус сказал дядюшке Нео, он говорит, знать путь и пройти им не одно и то же. Поэтому у нас огромное количество людей, которые посещают вебинары, хлопают в ладоши, потому что рассказывает Сергей Сибиряков, то есть, да, что у нас скоро уже будут юнибайки там, и так далее, и так далее, и так далее, но они ничего не делают. Вот. Либо они боятся кому-то донести информацию. И вот так они пока остаются восторженными. Они знают, да, что вот такой путь благодаря партнерской программе может привести их к деньгам. Они могут стать счастливее, и семья станет успешной, например, да, и дети смогут там, не знаю, позволить себе что-то купить, куда-то съездить и прочее, прочее, прочее. Но они либо боятся, либо они считают себя такими неспособными, либо стесняются по каким-то причинам. Но вы знаете, есть тоже выражение очень интересное. Мы не делаем это не потому, что это трудно, да? А это трудно, потому что мы это не делаем. Вот. Попробовав единожды рассказать людям о данной возможности, получив зуботычину, да, получив, может быть, даже от родных и близких выражение, ты что, сумасшедший? Вот. Такого же быть не может. Нам в школе про это не рассказывали. Вот, про какие-то там небесные дороги. Вот. У нас железнодорожные составы до сих пор ходят на угле, некоторые считают, понимаете? Но тем не менее, если вы расскажете второму, третьему, то через какое-то время найдутся те, которые за вами пойдут. Но при условии, что вы, скажем так, научитесь доносить информацию, при условии, что лучший способ, который вы будете использовать, это предоставлять возможность рассказать о технологии кому-то другому, вашему наставнику, приглашать людей на живые презентации в вашем городе, да? Вот. Если у вас нет технического образования, если у вас нет финансового образования, да, у вас все равно нет препятствий, чтобы не рассказать кому-то о данной возможности. Вы можете легко этим делиться. У нас не нужно быть доктором наук в сфере транспорта. Не нужно быть министром транспорта, чтобы понять, что такое небесные дороги. У нас высокий процент выплат, до 20% с первого поколения. Вы сейчас это видели, да? Мы на слайдах это разбирали. И до 7% глубины, вот до 24-го уровня глубины вашей структуры. Нет никаких ограничений по количеству тех людей, которых вы можете зарегистрировать по своей реферальной ссылке в нашем проекте. Вот, они все могут стать вашими партнерами. Кто-то из них станет в большинстве своим просто инвесторами, кстати, да? Они просто купят пакеты акций, они помогут нам продвинуть технологию, вы заработаете на этом какой-то определенный процент. Редко, но иногда бывает, из тех, кто стал просто клиентом, потом просыпаются активные партнеры, да? Ну, зато есть люди, которые регистрируются в первое поколение у вас и будут строить партнерскую структуру. Их будет, наверное, меньше, но тем не менее, такие люди найдутся, если вы будете продолжать давать информацию вокруг себя. В ежедневном общении с теми, кто вас окружает, в повседневной жизни, да, в социальных сетях. Вот. Просто сразу хочу сказать, не нужно пропадать в социальных сетях сутками, да. Если вы сейчас ударитесь в построение структуры в интернет-бизнесе и 2 месяца, например, не будете вылазить из интернета, 24 часа в сутки будете пытаться объяснять в социальных сетях,
что из себя представляет технология Skyway самостоятельно, да, вот недавно, скажем так, став новичком в нашем проекте и так далее, вы можете устать. Вот у вас заболят глаза, у вас заболит спина, да, у вас много чего, скажем, случится, может быть, не лучшим образом. Поэтому, опять же, возвращаюсь к чему? Что лучше всего, чтобы информацию о нашем проекте вместо вас доносил кто-то третий. Вот. Презентации, ролики и задача ваша вышестоящему партнеру предоставить возможность ответить на вопросы вашего мальчика. Ну, опять же, здесь срабатывает такое правило, что в своем отечестве пророка нет. Да? Вот. Если вы были, например, до вчерашнего дня стоматологом, который дергал людей зубы, там делал пломбы замечательные и так далее, и вдруг вы одухотворились технологией Юницкого, стали, скажем так, инвестором и начали во время того, как люди к вам пришли с открытым ртом, да, а вы им рассказываете, какая классная технология, при этом вы сверливаете что-то у них в зубах, поверьте, за вами вряд ли кто пойдет. Потому что люди у вас на кресле стоматологическом не думают о том, какие бы там классные технологии и так далее. Они могут думать, если сознание потеряют. Да? А вы им в это время будете там петь в уши, они могут себе представить летящий паровоз по рельсам. Но когда они проснутся, очнутся, уйдут у вас из кабинета, они об этом забудут, они перекрестятся, скажут, слава богу, вылечил мне зуб и отпустил. Вот. Поэтому лучше все делать правильно. Как правильно поступать? Есть целый ряд мероприятий обучающих, где лидеры построения бизнеса компании Skyway Capital об этом рассказывают. Если вы будете следовать этим шагам, да, есть вероятность, что вы станете успешным. Если вы свой способ изобретете, есть тоже вероятность, что он будет работать. Но в большинстве случаев люди, скажем так, тонут в болоте информации, которую они пытаются донести людям, еще до конца сами не разобрались, что из себя представляют, и пытаются рассказывать красиво, там, что это такое, кто такой Юницкий, да, какие деньги здесь люди зарабатывают и так далее, и так далее. Итак, коллеги, какие еще преимущества есть? Бонусное вознаграждение, я уже говорил, выплачивается на бонусный акцион счет. Пока это все еще сохраняется, акционный счет – это подарок. То есть подарок, благодаря которому вы можете увеличивать количество акций в нашем проекте, увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. Поэтому, если вы будете строить партнерскую программу, да, и даже не будете потом докупать за живые деньги каких-либо пакетов, вам будут начисляться денежные средства, и средства с акционного счета вы можете тратить на покупку пакетов, тем самым увеличивать количество акций нашей компании. Вы знаете, да, к 2017 году планируется стоимость одной отдельно взятой акции $1 США. Потрудитесь немного. Поработайте с информацией, мешков ворочать не надо, тяжести переносить тоже, копать глубоко тоже ничего не нужно. Вот. И как я говорил, никого не нужно доставать с информацией. Дайте людям возможность разобраться, захотят разберутся, будут следовать за вами. Не захотят разбираться, да? Хоть вы им все ноги оттопчите, да? Хоть им утюг на пузо поставьте, они все равно не будут это делать. Ну, на этом я заканчиваю, в принципе, информации у меня больше нет на данный момент. Хотел бы ответить на ваши вопросы, если они есть. Не думаю, что кого-то обидел. Вот. Но сразу хочу сказать, что если кто-то сейчас является партнером нашей компании и, в принципе, не зарабатывает денег, да, ну, причина одна. Вы можете подойти к зеркалу и высказать все тому, кто там находится в этом зеркале. Знаете, Владимир, вот как-то не могу пока понять ситуацию. У меня три акта передачи сертификатов. На двух черные печати, но все цифры на них абсолютно одни и те же. На акте под синей печатью цифры другие. Что это значит? Вот мне трудно совсем ответить на ваш вопрос, потому что я даже не представляю, о чем идет речь. Что за акты с черными печатями, что за акты с синими печатями? Кому вы что передавали по этим актам, или кто вам чего-то передал? Да? Вот что такое акт вообще? Актов ну, немерено просто. Есть акт там состояния, там, гражданского состояния, там еще там, я не помню уже. Вот. Я не буду перечислять все акты, которые знаю хорошо, потому что не все из них приличны. Татьяна, я за вас рад, то, что вы пришли в компанию, рады этому, поэтому я вам могу только одну порекомендовать. Разберитесь во всех возможностях, которые есть в компании Skyway Capital. Вот. Они простые, да, они действительно где-то волшебны в какой-то мере. Вот. Принимайте действия, если рядом с вами находятся те люди, которые пригласили в этот проект, они уже умеют что-то делать, доносить информацию, то это будет вообще здорово.
Смотрите, что касается маркетинг-плана для людей, развивающих регионы. То есть маркетинг-план вообще он един для всех. Да, неважно, развиваете вы регион или не развиваете, но он вот такой. А для тех людей, которые дополнительно заявляют желание стать региональным лидером, для них есть дополнительные выплаты. Но, как правило, об этом рассказывается непосредственно уже на вебинарах для людей, которые к этой категории относятся. Вот. А маркетинг для всех одинаковый. Именно касаемо построения партнерской структуры. Просто лидеры, которые, скажем так, проводят мероприятия, которые ну, немного более ответственны, да, в этом плане, на себя берут целый ввоз работы в регионе по организации товарооборота нашей компании, по организации мероприятий, там, презентации и так далее, да? Вот. Они на это расходуют больше энергии, их больше вознаграждают, если они создают определенный товарооборот. Раскладка выплаты, скажем так, процентов рассказывается уже непосредственно. Добавлю, что они имеют возможность получать там, от 2 до 4,5% дополнительно. Вот. Но это серьезная работа. И на себя нужно брать ответственность, потому что, скажем так, представитель в регионе это не тот, который получил какой-то договор, и как он считает, теперь может бегать, скажем так, околачивать пороги кабинетов начальников, кричать, что мы хотим строить дороги. Нет, это не тот человек. Дороги у нас строят конкретные люди. Предложение о строительстве дорог у нас делает специальная служба, которая в Минске находится. Вот. Вы можете стать региональным лидером, именно создавая партнерские структуры, да? Работая с людьми. Да. А дороги строят у нас не представители, которые там, не региональные лидеры строят дороги. Потому что это серьезные деньги, во-первых. Да? Каждый проект нужно отработать, рассчитать. Вот. Сначала представить его на бумаге, это тоже стоит серьезных денег. Потому что у нас поначалу люди относились к тому, что они становятся региональными представителями, то, что им дают бумажку, и они, скажем так, начинают доставать губернаторов своих областей, что давайте построим дорогу волшебную. Вот. Как вы думаете, как губернаторы обычно относились к таким людям? Один-два раза он зашел, а потом на охране сказали, так если этот еще раз появится, да, то будем разбираться с этими дорогами. То есть вот таким образом люди ничего хорошего для нас не делают, только, наверное, усугубляют ситуацию. Итак, коллеги, если нет никаких больше вопросов ко мне сейчас, одно могу сказать, у нас сегодня с вами вторник, сегодня вечером будет вебинар Григория Мирошниченко, сегодня будет вебинар на словацком языке, да. Завтра у нас будет, кстати, в 17 часов обзор личного кабинета, где мы подробно разберем, что где находится, поговорим о приобретении пакетов акций в рассрочку, чтобы людям было понятно, как это сделать, вот. Потому что у нас акция длится давно, рассрочка у нас длится давно, и далеко не все понимают, что это такое, к сожалению. Ну, а я на этом буду заканчивать. Хочу поблагодарить вас за то, что были на сегодняшнем вебинаре. Привет всем вашим коллегам. Здоровья, любви, денег. Ну, и благодарю вас за то, что принимаете участие в нашем проекте.